700 кустов конопли и мака, десятки граммов сушеной марихуаны, несколько граммов героина сожгли полицейские Старого Оскола. Все это было изъято у задержанных или обнаружено дикорастущим в рамках оперативно-профилактической операции «МАК-2015», проходящей на Белгородчине с 21 мая. Уничтожение наркотических веществ проводится регулярно. По данным Управления наркоконтроля области, за период проведения операции в этом году в регионе из незаконного оборота изъято почти 4 килограмма запрещенных веществ. Найдено 9 очагов некультивированного произрастания конопли и мака, выявлено 55 преступлений, связанных с хранением и распространением наркотиков. Возбуждено 47 уголовных дел. К административной ответственности, предусмотренной за употребление психотропных веществ, привлечено 36 человек. Тревожит ситуация, связанная с увеличением количества тяжелых наркотиков синтетического происхождения. Все меньше, так сказать, нами выявляются и фиксируются факты задержания, захоронения наркотиков растительного происхождения. Как правило, героин, как правило, спайсы, которые находят широкое распространение, особенно в молодежной среде. Хотелось бы обратиться к жителям и своевременно сообщать в органы правоохранительные, наркоконтроля, полиции о всех фактах, замеченных, связанных с незаконным оборотом наркотиков.